Зеленая энергетика. На новочебоксарском заводе солнечных модулей «Хевел» начали выпускать батареи нового типа. Об инновациях в энергетике Татьяна Леонтьева. Вот она, технология будущего. Мы находимся на солнечной электростанции, которая состоит из вот таких модулей. Их делают из кремния. Это, кстати, единственный элемент, который преобразует солнечное излучение в электроэнергию. И тот, кто придумает, как наиболее эффективно это делать, и станет лидером на рынке солнечной энергетики. У завода «Хевел» есть все шансы стать первым. После модернизации производства с конвейера сходят гетероструктурные модули собственной разработки. Они улавливают свет даже в пасмурную погоду, способны работать в экстремальных температурах и вырабатывают большой объем электроэнергии. А если говорить про мощность модуля, мощность данного модуля в среднем составляет 300 ватт, что, собственно, на этапе строительства станции тоже дает определенную экономию. КПД таких модулей выше 20%. По этому показателю наша разработка не уступает мировым – китайским, японским и американским. Еще один вариант солнечной пластины – двусторонний. Этот модуль еще дополнительно даст прирост эффективности. Мы считаем, что дополнительный отражающий эффект от земли, от снега, от песка, от воды даст возможность получить еще дополнительно 20-25% выработки. В обновление производства вложили почти 4 миллиарда рублей. Часть средств, 300 миллионов, выделил Фонд развития промышленности. Фонд развития промышленности предоставляет займы на разные этапы реализации производства. В числе прочего, мы даем деньги и на завершение производства, и здесь они были крайне важны. Вы сейчас видите результаты, я уверен, вы им довольны. Здесь кремниевая пластина меняет свой цвет с серого на синий. А происходит это потому, что на поверхности наносят специальный слой ITO – оксид индиолова. Это сделано для того, чтобы максимально поглотить весь поступающий свет на ячейку и, соответственно, максимально преобразовать свет в электричество. Процесс полностью автоматизирован. После всех этапов производства и контроля 60 ячеек соединяются в один модуль. В день таких производят до 1500. Весь цикл занимает всего 20 часов. Первая партия гетероструктурных модулей уже отправилась на строительство солнечной электростанции. Ее запустят в сентябре в республике Алтай. Мощность 20 мегаватт, что позволит обеспечить электроэнергией около 4000 домов. Руководство «Хевела» поделилось планами на будущий год. Второй этап модернизации, увеличение мощностей и выход на мировой рынок. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.